я уже на молзаводе. Сейчас прохожу через проходную и в цех. Всем доброе утро! Меня зовут Ольга Елисеева. Сегодня проведем еще один день на производстве ООО Константинова Никон. На заводе имеется своя прачечная, где постоянно стираются все материалы. Как на любом предприятии, отработка рецептуры идет сначала с минимального объема. Отработка сыра фета. На малой сыроварне 50 литров, чтобы масштабировать большие объемы. Буду использовать ванну длительной пастеризации. Это у нас будет находиться при комнатной температуре до утра. Под моим чутким руководством помощники помогают мне заполнять ванну молоком. Молоко температура 91 градус, вливаем сыворотку. Началось сворачивание нашего сыра адыгейского. Сегодня дегустировала сыр адыгейский, которому одна неделя. По вкусу, по соли, просто прекрасный. Все, сырочек у меня здесь, белок свернулся. Теперь я его буду раскладывать по формочкам. Делать нужно быстро, пока сыр горячий.
адыгейский сыр самопрессуется. Вот и завершается процесс приготовления адыгейского сыра. Сейчас я его просолю, он полностью остынет, и я его отправлю в холодильник. Сыр адыгейский простоял ночь в холодильнике. Сыр получился очень вкусный, в меру соленый, консистенция приятная, чистый вкус пастеризации. Сыр очень хорошо держит форму и легко нарезается. Сливочный. Дегустировали, всем сыр очень понравился. Адыгейский сыр, приготовленный по моей технологии, нам понравился. Я уверена, что уже этот сыр в скором времени появится на полке в магазине. Желаю вам вкусных и полезных продуктов, таких как производит молокозавод Константинова ООО «Никон». В лаборатории делаем пробную партию сыра «Белперкноли». Заказаны образцы ткани на молокозавод «Лавсан» менее тоненький и поплотнее. Эти образцы сравним в действии, как от них будет отходить сыворотка. И ткань, образец для сыра. Этот лавсан тоньше лавсана, который представлен во втором образце. Поэтому сверим два образца этой ткани и посмотрим на результат. Приготовление сыра мне помогает лаборант Мария. Добавим еще чеснока и соли. Наш сыр белперкноли в трейде, поэтому смотрите наш канал и подписывайтесь. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда получали оповещение о выходе наших новых видео. Сыр белперкноли первый пошел. Сейчас отправляем его в холодильник на вызревание.